Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию. Sid Meier's Civilization 6. Карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. Голосование через 8 ходов. Все-таки красивая Будда вообще. Очень так хорошо ее. А, я не открыл эту теху пластмассы. Пошли в пластмассы. Все-таки не может он победить. Так, у меня тут был, по-моему, торговый путь не запущен. Давайте из Будды я его отправлю. Я лапу куплю. Проблема урана, боевого робота, что, видите, там требуется 3 на содержание. То есть мне хотя бы надо сначала построить несколько ядерок, а потом уже... Ну вообще 36 ходов, это вполне улетаемо. Сколько осталось союза? 7. Кампус на плюс 4 сделал. Приятно, конечно, но не поздно ли? Это, наверное, зенитки будут ставить на всякий пожарный. Ну, в роботах только я. Что там по ученым? О, озарение всей информационной. Но дело в том, что я, мне кажется, раньше открою, чем... То есть этот ученый... Ладно, что там? Есть что-нибудь на процент? Нет, кстати. Никто ничего. Your own house.
А, блин, еще один не собрал. Так, античность, античность, средневековье. Древний, античность. Ноунейм, бан, варвары. Отлично. Тематический бонус пошел. К этому так мало денег к Риму. Сейчас попробуем в Нубию поотправлять. Со всеми союзы, а не пытается ли он как-то победить? Интересно. Не, ну военный точно нет. Религиозный точно нет. Так, мне тут осталась какая операция, мне надо что-то открыть на Губера. Фигня тут. Ладно, строителей поделаю. И тут строители. Ну, кайф. Тут роща красиво. Кто-то Фес полностью перекупил. То есть он пытается обращать свои города в свою веру и таким образом получать науку, типа не отставать. Ну, возможно, это даже получается. Так, спутники открыты. Давайте нанотехнологии, технологии скрытности и композиты вот так поставлю. Три танка. А где у нас еще нефть?
Тут раз, два, далековато тут обработано. Это далековато. У нас две нефти обработаны, в принципе. Космопорт какой-нибудь уже построил. Я думаю, что Микспа нет. Смотри. Но мне кажется, просто... вот я не думаю, что у кого-то более производственный город, чем у меня Будда есть. У меня что-то такое подозрение. Не, вряд ли уже грек может победить культурой. Нужна прокачка губернатора. Я первый космопорт дострою даже. Флотоводец, инженер. Что-то нету инженеров на улет. Но я буду, конечно, сначала ядерки строить. Блин, что-то у Шумера урана много. Я просто не всю территорию вижу. Но это прям на этом стоит и у грека стоит. Еще вот тут у Рима есть. Но оно зато утонет, судя по всему. А им еще, кстати, кучу производства надо тратить на плотины, по идее. О, тут у Шумера уже что-то утонуло. Тут третьей волной, тут уже утонуло. Третьей волной, две клетки утонули. Утонуло. Да, Валетта в этом плане очень хорошее подспорье. Ну и проблема, смотрите, у Рима, он в такой вот как бы кишкой у него идет. А я могу тут влиять городами. Друг на дружку. Так, значит, в Будде начинаем ядерку. В Диере ядерку. В Обуде аквариум.
Так, кто у нас с ацтеком Союз? Ух ты, я даже успею в современные самолеты апнуться. Так, геотермалочку обработать. Хотя у меня мало геотермалочек было для Венгрии. Знаете, может, атомную подводную лодку строить? Ой, вот это неприятно, если на нас налетит. Блин, может, кстати, еще в Дьере тоже аквапарк? Я понимаю, что там... Или не аквапарк, давайте этот все-таки развлекательный. Нормально, он еще на театралки повлияет. Теперь веру, ну, либо на юниты тратить, либо на выкуп. Ну, мне вот реально вот этот Абдус Салам реально не нужен. Я, пока он набьется, я уже все техи... информационные эры просто открою. Так, а системы наведения я хотел украсть шумера. Ладно, пускай так пока. Давайте солнечную электростанцию, чтобы уголь меньше тратился. 74 в Кесиге маловато производства, честно говоря. Содержание юнитов. Ладно, давайте поставим содержание юнитов, посмотрим. Ну, да, плюс 25 денег. Не, пошли, наверное, в синтетическую технократию через фашизм. Что по религиям в итоге? 8 католицизм, 13 протестантизм, 11 атеизм. Очень ровненько так, 13 буддизм. Но вот для грека это такая трата. Ну, он, наверное, науку с этого получал. Но все равно. Сколько у него религии вход? Веры, я имею в виду. Так, у меня 132, 75. 130, кстати, у Рима. То есть вот у нас с Римом одинаковая вера вход капает. Блин, а я не апнул самолетики, хотя бы два. И надо, наверное, танк современный купить сейчас будет. Так, следующий, по-моему, два хода, да, один и этот еще. Давайте апну тут. Два. Ой,
Не то апнул. Вертолет апнул. И купим. Давайте-ка перенесу бомбардировщик сюда. И за веру купим современный танк. Что я могу ожидать от Грека? Что он будет кидать ядерки ко мне сюда и, собственно, так, таким образом захватывать города, я думаю. Что имеет смысл тоже подстроить атомных подводных лодок. Ну, просто, знаете, на зенитке я их построю, ведь я их построил, но полагаться на них последнее дело. Знаете что, я, наверное, все-таки к городам Грека поведу эти корабли. Мне этот ацтекский город постольку поскольку. Там захватывать надо. Нет, ничего не принимаем. Ну, на довольство это важная штука, что я оставлю. Давайте в Родос. Все равно эти более 142, 74, 107, 83. Ну, почти как в Дьере, правда, уже производство. Уже приятно. Так, системы наведения открываем. И термоядерки. В первую очередь я, наверное, кину ядерку вот сюда. Точнее, вот сюда, чтобы единственный ресурс Грека... Ну, мне кажется, тут Грек мне соперник. В первую очередь. Слабенько производство. Тут лояльность что ли низкая или что? Нет. Не, ну странно, ладно. Продолжу строителей тогда. Народ уже заканчивает ход. Как они так ходят быстро?
Господи, какое управление. В Афины давайте. Переиллюстрируем почту, мастерскую. Даже успел походить. Ну, там у Шумера тоже что-то собирается так запретить. Ну, что вам надо? Ускорим угольные? Не завещайся, поголосуем. Чтобы лишний раз не 20 очки Риму. А, да, теряет 2 очка вообще... За Рим. Вы только влейтесь там, пожалуйста. У человека 213 очков. Он явно сейчас очень много туда. И я предлагаю все остальное просто не проговаривать, как мы голосуем. Да, это самая разумная стратегия. В чем нельзя строить? Давайте за кампус. Ну, сейчас Рим, кстати, может победить, если все угадает. Ну, это невозможно. Интересно, если я сам за себя проголосую, что я теряю 2 дипломатических очка, я, получается, всего 1 потеряю, потому что 1 получу. Да, это так. Интересно. Так, у Рима 5 голосов. Ему не хватает. Ему надо угадать. Вообще, тут такое лотерея. В общем, лотерея происходит. Ну что, не получилось? Сколько там у него? Про диверсанты получилось. 14 все-таки. Уменьшилось на 1. Да, тогда... Нафиг уже университет. Против Лёши мировой надо делать, он улетает. Ну, они меня по дипломатии гасят. Ну так одно же другому не мешает. Ну, лететь мог. Может, грек, может, венгер. Ну, еще тут есть как бы варианты, а по дипломатии только один. Такой, может, человек. Грек, может, венгер. Шумер вообще не считается, да. А так скромно, пожалуй. Вот она, дипломатия. А меж тем, пока решается, кто улетит, у Нубии тонут 2 кампуса в столице и во втором городе. Следующий ход полностью. У меня в одном городе потонула промзона, кампус, театралка и военный лагерь. Жесть просто.
Грек, а зачем ты союз с ацтеком заключил? Караваниться надо было хоть с кем-то. Ну, он же вообще далеко, я думал, через ты в Шумера будешь. Нормально. Шумер не захотел союз подписывать. Понял. Вот как бы видно, что я выигрываю по культурной победе, правильно? Не, ну ты уже давно не видно, что не выигрываешь. Это невозможно, я говорю, без рокеров это невозможно. А тут еще рандомные техи, рокеры супер далеко. А, нет, всего лишь пирамиды затонули. Блин, ты... прикольно, у меня предательство опять на тебя, на Грецию. Может тут под лодку? 7 ходов долго. Вадим, так строил эти кампусы и ломаешь их теперь? Так не доставайся же ты никому. Да тут уже все очевидно. Тут не ясно, для чего дальше продолжать. Я про свою игру. Ну это да. Да, только в Нубию могу отправлять. А чего ацтека пошло не так? Вроде хорошие места такие. Рим напал. Рим напал вот только недавно. Что уж недавно? Нет, как недавно на фрегатах он нападал. Это уже давно. Как у Нубии все пошло так, потому что места очень такие суровые. А как? Ну потому что места суровые. Поэтому так хреново и пошло. Ну, сейчас это не пройдет, надо, конечно. К сожалению. Че, может, поддержим? Я поддерживаю. Нет. Зачем вам это? Я вижу построенные космопорты только у двоих людей, поэтому... Надо с этим как-то поработать. Не надо. Все будет хорошо, а чего волнуешься вообще так? А какая там задача? А, оборонять город Будда? Mm-hmm.
Так, что мне лучше видеть? Аскопацалька, наверное. Да. Ну что, собьет, не собьет? Давайте кинем. Не сбил. О. У него там в армиях прям подводные лодки. Это прикольно. Алексей, считать нужно? Наверное, да. Хочется с... Тогда считай. Но я хочу спасти броненосец, а не напасть на твой город. Как тебе удобно. Блин, Алька отвалился. Ну, пускай микс посчитай. Раз, два, три. Так, там флоты прям. Ладно, надо кинуть еще ядерку, я думаю. Хотят сегодня работать зенитки. У кого еще есть ядерки, кроме Венга? Меня скоро будут. Я себе уже сделал, конечно же. Ну, тут же мне надо что-то делать. Сать кого-нибудь, еще что-то, не знаю. То нас всех закидывает. Типа меня, ну... Как он всех... Века. Ну да, сейчас я пойду тебя закидывать прямо. Сейчас меня все закидают. Правильно сделают. Ну, вообще, да. В одно время там было 700 с чем-то. Сейчас он на Е5 поднимется.
Так. Подводную лодку предоставляет. Зашибись. Опять же по счету, правильно? Да. Я готов. Микс, посчитаешь, пожалуйста. Раз, два, три. Так, вот сюда куда-то мне закидать. Блин, все, я потерял, куда мне надо кидать. Пак. Вот тут, видимо. Северный ледовитый океан. Вот над крабом туда. Фига себе, а там перехватило? Они в армадах очень сильные. Охренеть. Я затупил, что не поставил армаду в ближайшем городе. Так бы было вообще классно. Так, в Олимпию. Атомки продолжаем. Слушайте, я тут... Так. А где у меня этот флотоводец? Вот.
Блин, дайте. Не дали. Так, а сильно отваливается. А что так реально сильно отваливается город? Слушайте, у тебя Хуакан слишком большой. Блин, я не вижу. Не, надо сломать там уран. Поэтому я туда подкрадываюсь подводной лодкой. А, где тут у нас? Блин, у меня не будет... Денег. У меня деньги куда-то деваются. Нет. Удаляем. В Эфес. Буду, конечно, не взять, но насрать надо. А если это до ядерка, если будет тоже тяжело. Блин, минус 35. Сурово. Блин, я ударил. Не знаю, доводил бы ты его или нет. Я вообще не знаю, о чем ты. Да я лодку ударил подводную. А, она только построилась, походу. Да, я поэтому сразу ее... Не, можешь бить. Уже поздно. Коварно, конечно. Так, надо Теотихуакан забирать. Города точно не отвалятся. И у ацтека только вот эти остались. Это на деньги я делаю судоходство в гавани.
торговец. Рим, вообще, в отличие от меня, Шумер улетает, а я даже не строю проекты. Так что тебе не кажется, что тебе лучше на него обратить внимание, а не на меня? А зачем тут ты вот со мной вообще грек еще воюет. Просто посмотрел карту. Конечно, да. Вот это я тоже так всегда космопорт, только карту посмотреть. Не, ну вообще, парни, на Шумера можно что-то и бросить. Не, просто тут все как бы со мной воюют, а Шумер улетает спокойно. Я ж не против, там, ну, грек, окей. Но Рим бы хотелось бы, чтобы там что-то занялся чем-то. Ну да, мне-то с моей наукой сейчас бы... Я еще в ядерки не вышел даже. Ну просто давай я не буду твои юниты трогать, ты тоже не будешь нападать. Да я хотел помочь чем-то, блин, бедному ацтеку. Не, ну тут без шансов, ты что? Без шансов, да. Я просто ушел. Алексей, ты прогрузился? Да, а ты где хочешь атаковать? А я не могу знать. Ну, я прогрузился, давай. Насколько можно этих ядерки бросать? Все в меня. Хотя бы одну. Ну а куда? В кого мне? Рим не игрок тут. Рим, ты слышал, как тебя оскорбили? А до Шумера мне не добраться просто. Нубия такая сидит, типа, а чё в смысле? А я чё? Не, ну если хочешь, Грек, можем замириться, я больше не буду в тебя кидать. Нет, конечно, ну, уже нет. Ну вот, так о чем речь? Первая ядерка. Все решила. А что, я не открыл армады, блин? Серьезно? Я мобилизации не открыта. Так, видимо, она где-то здесь. Потому что национализм-то открыт. Вообще, конечно, странно. Да, вот где-то здесь. Вот там крадёшься. О. Грек. Блин, всё разграблено. Вот это хреново, конечно. Ну. Да, слушайте, минус 93. Это хреново. Это очень хреново. Я готов. Посчитаешь, друг? Раз, два, три. Да.
мгновенно обосновываются, наверное. Спасибо большое. Слушай, давайте я удалю эти юниты. Ну, это все содержание просто. И... А у меня стоит на содержание юнитов? Стоит. Блин, а хоть где-нибудь вообще коммерческий район в каком-нибудь городе есть? О, фанцы. Пробуем деньги воровать. Минус 32, так, пока. Пока немножко сохранили. Так, где тут торговец? Тут за монахи Шаолинь повысаживались. И умерли в страшных корчах. О, мне просто выдали инженера какого-то. Он довольство дает, нормально. Друзья и союзники, пора нам перезаключить наши союзы. А, вон мобилизация, отлично. Так, я думаю, что надо перебрасывать... Я не буду больше захватывать города Ацтека. Я там перекинул тебе этот... Как тебя? Я принял уже. Я там у Нуби, столица на острове теперь. Она и была. Она и была, я же говорю. А, да? Я поставил второй город на 50-м ходу, на 47-м. Потому что я не мог уплыть оттуда. Что-то я пропустил этот момент.
Что? Боже, ну как вот это сделано так? Не знаю, зачем я тут музыканта, правда, использую. Так, давайте эти судоходства в гавани. Я расформирую эту подводную лодку, потому что я не могу ее апнуть, а деньги она тратит. Мне надо тут почитать. На, ну, перерегистрирование почты. Влад, ты готов? Рим, возьми инженера. Влад, ты готов? Конечно. Можешь ходить просто сразу. Только слышу, как что-то где-то летает. И у тебя что-то умирает, да? Это я вижу. Рим, предложение. А, ты мне уже что-то кинул. Подожди, сорян. Сейчас вот тебе предложение. А ты помирился, Рим, с этим? А зачем ты военный союз сюда принял? Просто. Хорош. Он у тебя действовать не будет же, да, теперь? Да, поэтому я и расстроился. Я-то думал, как бы мы друзья. Ну, мы друзья, конечно, но... Ну, тебя ж там забирают вроде же. Никто меня не забирает. Города стоят. Ты готов? Да. Надо считать. Ядерки летают. А нет, можешь атаковать.
Сбито. О, шумер. Ну, слушай, там шумер второй проект уже запустил. Как говорится, это проблема его соседей. Так у него нету... Так вообще ты его сосед, так, на минутку. А мы супер далеко. У него ближайший сосед Рим. У меня урана нет. Ну ты, Рим, ты видишь, где находится Рим вообще в техах хотя бы? Так, а что я могу сделать? Ну, я не сильно понимаю. Ну, давай мир заключим, я пойду его закидывать. Так, а тогда ты выиграешь. А ты так, а я не посылаю проект, если ты не видишь. Вообще не делаю, ну, даже. Ж, Алексей, ну я ж не первый день играю. Ну, я ж, думаешь, не знаю, как запускается проект. А сколько дней ты играешь? Где-то 4. Ну вот смотри, на 5-й день Бог создал человека. Или на 6-й. Подожди, на 5-й. Или на 6-й, подожди. Ну вот, видишь. А на 7-й кошечку. Которую нельзя гладить. Пойдем потихоньку. А на какие города этого шумера ядерки летели? А, я там не вижу все равно еще. Не знаю, я тоже не вижу, я не сделал проектик. Блин, а что я тут рассматриваю, что-то сижу, ничего не делаю. Там Нуби объявила войну. Что два мои союзника воюют между собой. Обидно. Слушай, как тёрки у них какие-то. Ну, зачем? Если они друг... Кто-то кого-то съест, то они... Рим, еще предложение. Что это минус один потеряно сейчас было написано. Космопорт, что ли? Шумер, сможешь там посчитать просто? Раз, два, три. Подождите. А где считали-то? Ну, я меня атакую. Можем считать, что мы же оба загрузились, правильно? Ну. Я просто что-то просил счет, я типа даже не вижу, что-то атаковать надо. Ну, я на всякий случай. Окей. Да, блин, ну как ты его... А, ракетный крейсер. Летает.
Блин, такая анимация, знаешь, летит ракета, а твоя зенитка, вот она летит слева ракета, а зенитка стреляет вправо. Да-да, я на это смотрел, и очень грустно. В очередной раз было. Мне кажется, до Непура должна долететь отсюда ядерка. Нет, шуропак, давайте. Кнос, Эфес, Аргос. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество», для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!